Здравствуйте. Это студия «Баланс ТВ», меня зовут Андрей Сидло, и сегодня у нас в гостях гитарист, композитор и музыкант Сергей Маврин. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть. И мы тоже. Спасибо за приглашение. Я, насколько знаю, вы сейчас активно выступаете, пишете музыку и проводите мастер-классы. Знаете, это длится уже 30 лет. Зачем вы проводите мастер-классы, скажите? Мастер-классы, но немножко неправильное определение. Везде написано мастер-класс. Да, позиционируется это именно как мастер-класс, хотя и задумывалось это именно как мастер-класс. Просто я не сразу же смог подобрать правильное название вот этому мероприятию, которое я провожу уже года 4-5. Инструментальная программа, в которой я еще беседую со зрителями, то есть не просто играю, потому что музыки у меня много, но это достаточно статичное мероприятие, это не концерт в привычном смысле, вот как с группой, где люди пляшут, там водят хороводы там, и так далее, все то, что сопутствует рок-концерту. Мероприятие достаточно статичное, никто не поет, я только играю инструментальную музыку. И я решил разбавлять свои произведения общением с залом. То есть я их сразу же настраиваю на такую раскованную атмосферу, предлагаю задавать вопросы, которые создают интересные темы. Полная импровизация, никаких запретных тем не существует, я несколько раз про это говорю, то есть там от моего оборудования до космических кораблей, то есть как угодно, и в этом-то есть интерес. И эти мероприятия пользуются достаточно большим успехом, популярностью, потому что и поговорить у нас люди любят, да и мне самому интересно пообщаться. И, конечно же, не в ущерб музыке. Такие мероприятия длятся 2,5-3 часа. Сейчас мы уже устанавливаем какой-то лимит, потому что когда дошли до 4, там с небольшим. Вы не про то отвечаете. Я вас спросил, зачем вы это делаете? Не как, а зачем? Мне интересно было переключиться на другую музыку. Другую именно без слов, без голоса, а инструментальная музыка. Инструментальная музыка – это та музыка, с которой я начинал когда-то очень давно. Я начинал как инструментальный исполнитель. И сейчас с удовольствием возвращаюсь к этому. Но не в ущерб, опять же, группе, я просто совмещаю два этих мероприятия. Скажите, а самая интересная тема, на ваш взгляд, за эти 4 года, которая была активирована на этом мероприятии, на которое вам удавалось поговорить? И чувствуете ли вы себя квалифицированным говорить на любые темы? Раньше я очень плохо общался, кстати. Если взять лет 15 назад, и немножечко, может быть, набрался опыта, работая на радиостанции «Юность». Я 8 лет вел свою авторскую программу «Железный занавес». И, естественно, мне приходилось говорить много, мыслить много. То есть вся программа заключалась во мне одном. То есть я был и ее автор, и ведущий, и композитор внутри группы. И какой-то опыт. И, наверное, эти мастер-классы – это такое логическое продолжение общения с аудиторией. Начинали мы общаться с помощью писем и с помощью радио, причем письма еще такие настоящие, бумажные, я застал это время в огромных количествах. Потом переключилось все на сеть, на социальные сети, и письма прекратились, общение уже было такое больше по интернету. Так называемые творческие встречи. Я переименовал эти мастер-классы в творческие встречи, инструментальные программы. Они, так сказать, компенсировали мне нехватку вот этого общения. Темы. На какие темы общаетесь? И темы, которые вам показались необычные, интересные? Мне сложно запомнить какую-то одну, потому что за время, 3 часа, они понимают очень много тем. Не всегда бывает интересно, то есть если аудитория зажата и скована, не удалось мне их раскачать, то да, максимум вопросов, касающиеся моего оборудования, гитары, примочек. Это самое простое, и, честно говоря, я, конечно же, отвечаю на эти вопросы, но мне это не интересно. То есть оборудование, сейчас информации столько в сети, не стоило даже тратить на это времени. А темы глобальные какие-то.
импровизации, я опять же повторюсь, что вот вся прелесть вот таких вот общений – это импровизация. Я не знаю, и они не знают, о чем мы будем говорить через там, 5 минут. Хорошо. Есть вопрос, который я очень люблю задавать нашим гостям. Не обойдет эта участь и вас. Вы считаете себя счастливым человеком? Ну, в определенной мере, да. В всяком случае, сам частенько задумываюсь на эту тему. Скорее да, чем нет. И о том, что я несчастный и бедный и жалкий, я, честно говоря, для меня неожиданный вопрос, просто я сам для себя на него отвечаю. Нет, я об этом не задумывался никогда. Да, были трудности, были какие-то непростые времена, вот, но это не значит, что трагедия и несчастье. Скорее да, чем нет. А что такое вообще счастье? Востребованность, комфортное окружение, невзирая, так сказать, на все тяготы и невзгоды, происходящего вокруг. Кто сказал, что будет легко? Вот. Но может в этом и есть прелесть. Если ты учишься разбираться во всем этом не всегда понятном для тебя хозяйстве, которое наступает, вот, каждый новый день – это сюрприз. И чем больше лет, тем больше вопросов. Вот, может быть, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Нет, нет. Про это и многие пишут. И можно читать и не понимать, но когда тебе уже за 50, да, и ты понимаешь, что вопросов-то прибывает, вот, в этом тоже счастье. Вот, что нет ответов, потому что такого не может быть. Вопросы только прибывают. Ну, вот когда накапливаются вопросы без ответа, начинаешь чувствовать себя несколько неполноценным человеком. Не возникает такого ощущения? Ну, мимолетные какие-то ощущения, а потом опять же понимаешь, что так оно и должно быть. У тебя нет ответов, а больше появляется вопросов. Значит, есть смысл и стимул дальше развиваться. Вот, потому что, получив однозначный ответ на все, это тупик. Думаете? Да. Ну, мне сейчас интернет позволяет, мне кажется, найти ответы, ну, практически на любые вопросы. Интернет? Угу. Да, забавные там бывают ответы. И высвечивающиеся вопросы, пользующиеся популярностью, еще более забавные. Интернет – это, как это называют, большая помойка, но ничего лучше для хранения знаний человечество еще не придумало. В этом плане, конечно, удобно. Там есть все. И глупость, и повод задуматься. И опять же, нет каких-то определенных ответов, таких глобальных, если это не вопрос технического характера. Сколько напряжения в розетке, например. Ну, естественно, там да, можно найти. Вот, да, в этом плане, конечно, удобнее стало, но опять же, это повод для размышлений. Ставите перед собой какую-то цель в жизни? Глобальную или не очень? Глобальную никогда не ставил. Нет? Вот. Много об этом слышал, что глобальные цели, например, изменить мир. Не было такого желания? Нет, а сейчас явно понимаю, что это не удастся никому. Ну вот многие в рок шли именно с этой целью. Чтобы... Рок, да, это музыка протеста. И вот. Были протестным? Ну, такие, наверное, очень мягкие. Потом, ну, в то время перестройки, наверное, когда вот у нас вот самый расцвет рока, вообще забавное время и сейчас его вспоминать. Казалось, что вот найдены врата правильные, наконец-то мы, где мы жили. Вот, на самом деле-то вот оно все. Конечно, тоже заблуждения были большие. Ну, нет, я никогда не позиционировал для себя рок-музыку как музыку протеста. Вот. Если раньше я ее просто исполнял, мне нравились ноты, мне нравились звуки, мне нравилась группа, где я играл, нравилось то, что мы делаем. Я практически не задумывался о смысле песен, которые мы исполняем. Вот. Я инструменталист был больше. Вот. И по прошествии времени, когда я уже создал свой собственный коллектив, и после выхода первого альбома я весь упор сделал именно на смысл. То есть мне стало интересно. Как в инструментальную музыку можно смысл вложить? Нет. Группу, свой коллектив я создал, это именно вокальный коллектив.
вокальный коллектив, где пели множество вокалистов замечательных, и группа существует уже 17 лет. Вот. Инструментал — это мое увлечение. Отдельное, но, в общем, любимое дело тоже, можно сказать так. Вот вы, когда отвечали, вы употребили слово «мягкий». Вот, и оно никак не ассоциируется со словом «рок». Потому что обычно, ну, как по крайней мере кажется, когда смотришь на сцену, рок-музыканты — это люди в коже, в цепях, с цепями, с таким негрустным лицом. Приходят домой, снимают себе шипы, садятся у телевизора. Бывает и такое, да. Это возрастное, наверное, тоже. Ну да, когда был помоложе, когда я только начинал делать татуировки. Татуировки, которые их собираете? Не снимешь больше 20 лет. Больше 20 лет, с 91 года. Вот. И, наверное, это тоже был своего рода протест, вот опять же, одна из форм. То есть раньше к татуировкам у нас в обществе отношение было крайне негативное, то есть ассоциировалось это именно с уголовщиной. И более того, там за татуировку можно было получить и по голове. Вот. Это начало 90-х, и, в общем-то, занятие было такое небезопасное. Вот. Я делал смело. Постепенно, не сразу, естественно, одну, вторую, третью. Вот, тоже своего рода форма протеста с одной стороны. С другой стороны, мы пытались походить на своих западных коллег, потому что у них с этим делом было проще. Вот. Но опять же, я повторюсь, мягкий протест. Я никогда не выходил на сцену для того, чтобы вот направить народ в какое-то там протестующее русло. Да, потому что, ну, на мой взгляд, это не очень умно. Музыка... Даже тот же рок — это больше игра, это больше развлекательный жанр. Развлекательный? Ну вот когда смотришь... Я, честно признаюсь, я не был на рок-концертах вот в составе зрителей. Но, по крайней мере, когда смотришь репортажи, ну, слабо верится, что люди развлекаются. Потому что, ну, даже внешний вид людей позволяет сделать выводы, что там люди, ну, как-то ведут себя не совсем благообразно. Но это тоже форма развлечений, да? Вот и отдыха, наверное. Просто опять же, если говорить о рок-музыке, да, она очень разная. Вот, она бывает и колючая, и с чертовщинкой, безусловно. Вот, а бывает белая и пушистая. Просто музыка ради музыки. Вот, и с идеологией, и без идеологии, все что угодно. Я очень хорошо в этом разбирался, опять же, работая на радио, я изучил все существующие жанры, о чем они поют. Чем они живут, пришел к выводу, что большинство из так называемых там групп черного металла в основном в это играют, это коммерция чистой воды. Вот, конечно, не задумываясь о том, что люди-то, приходящие на концерт, они воспринимают это за чистую монету. Вот, но опять же, рок-музыка разная. Вот, многие просто исполняют красивую музыку. Вот, ради того, чтобы просто находиться на сцене, вот, без всякой идеологии. Но мне лично ближе, наверное, музыка, не призывающая к конкретным действиям, немедленным, вот, а заставляющая задуматься. То есть я изначально хотел видеть перед собой думающую аудиторию. Ну, согласитесь, что это некоторый нонсенс. Ну вот рок-музыка и думающие люди. Ну, через годы спустя я понял, что таких людей не очень много. И, в общем-то, убедился на своей аудитории. Да, да, мы собрали вокруг себя думающих людей, но их оказалось не так много. От нас ждали другого, именно вот этого протеста. Ну, более каких-то конкретных действий и мыслей. Вот. Но, опять же, я в этом плане убежденный сторонник того, что не следует что-либо утверждать, лучше больше думать самим, не превращаться в стадо. Вот это вот с годами меня стало интересовать меньше всего. То есть, в принципе, для вас вполне возможно играть там на аудиторию в несколько человек, и вы будете от этого получать какое-то удовольствие? Да, и я за вот годы на сцене, там 30 лет будет в этом году исполняется 30 лет, как я на сцене. Я видел разные аудитории.
и 1-2 человека, и 100 тысяч, и вот все возможные промежутки я повидал. Вот, и одинаково хорошо везде. И были моменты, когда вообще никого не было. Вот, вдруг приезжаем, а людей-то и нет. Такие концерты, наверное, запоминаются. Запоминаются, да. Приезжаем, а народ не пришел. Ну, больше как забавные случаи сейчас. Нет, конечно, всегда есть аудитория. Понятно. А есть разница вот, по состоянию между тем, чтобы играть на несколько человек и на 100 тысяч? Да. Да, и разница очень серьезная. Я ее понял сразу, в первый же, так сказать, раз, когда я увидел перед собой именно эту аудиторию, где-то 100 тысяч плюс-минус. Вот, это бешеная энергетика, которая идет из... Это не зал, это певческое поле. Залов таких нет. Пристальное внимание, вот, это энергия, которая способна тебя сковать так, что не сможешь сделать ничего. Очень важно это чувствовать и контролировать. Вот, и выступление перед небольшой аудиторией, там в 50-100 человек, да, небольшой клуб. Мне очень нравятся такие концерты. Это совсем другое. Вот, мы хорошо друг друга видим. Вот, мы общаемся практически, ну, сидя на такой большой-большой кухне. Вот, то есть это больше домашняя атмосфера. И в этом тоже своя прелесть. Ну, вот мне удивительно всегда, когда вот, опять же смотришь записи с таких концертов, где сотни тысяч человек собираются, как артистов не разрывает от такого количества энергии, которая там, по сути, как бы должна быть. Это же мощный, совершенно мощный энергетический поток. И музыканты излучают не менее мощные. И здесь именно вот найти вот этот вот баланс, чтобы та энергия не раздавила тебя. Вот, то есть, ну, это вот, я не могу с точки зрения там физики, метафизики или как-то еще объяснить этот процесс, да, просто вот по ощущениям, да, не надо бояться, чуть расслабиться, и тебя эта энергия сметет, то есть, ну, это как-то, я даже не исследовал это автоматически включалось. Это же, наверное, бешеный адреналин просто. Да, да, и очень сложно в таких случаях после концерта бывает прийти в норму. То есть заканчивается концерт, вот я сам для себя сделал открытие, почему многие рок-музыканты переключаются на алкоголь, наркотики, и я это проходил в свое время, не наркотики, а алкоголь. Именно вот по этим причинам заканчивается концерт, организм не может остановиться, то есть он продолжает биться, он продолжает играть, то есть нужен какой-то выход, то есть там часа 4 или 5, человека просто вот, ну, трясет, да? Вот. Если сейчас там, ну, более взрослое, так сказать, сознание подсказывает, что можно просто там, ну, выпить кофе, там, чаю, посмотреть телевизор и улечь спать. Раньше, по молодости, это не все могут с этим справиться. И один из простейших выходов – это алкоголь. Как вам удалось, ну, не то чтобы избежать, потому что вы говорите, что тоже были подвержены таким моментам, но как удалось, не знаю, какое слово подобрать, соскочить, остановиться? Вовремя остановиться, но я как-то увидел, так сказать, всю пагубность этого процесса и понял прекрасно в один момент, что если я не остановлюсь, я просто, ну, в один прекрасный момент не проснусь. Ну, ведь в среде рок-музыкантов это достаточно частое явление. Много достаточно талантливых людей действительно не просыпаются по этой причине. И как-то это принято. А вам вдруг показалось, что это неправильно. Ну, я не один. Многие останавливаются на самом деле. И тут сложно, сложно, опять же, сказать, кого больше. Очень жаль тех, кто, к сожалению, не разглядел вот этого всего и увлекся. Увлекся этой игрой. И тех, кто вовремя остановился, тоже достаточно. Как найти в себе силы сказать, что это стоп, это игра? Сейчас, наверное, больше возможностей для этого. Да? То есть раньше идет? Действительно больше в это играли, и сами же музыканты поджигали вот это вот пламя, там, ну, вседозволенности, или как это можно назвать. То есть больше игра, позерство, рисование. То есть вот я вот такой, да, я могу выпивать круглосуточно и при этом сочинять замечательную музыку и каким-то образом еще жить при этом. То
есть, ну, я утрированно, да, может, да, быть, да, но вот, вот, наверное, и рисовались друг перед другом, я знаю, и мы проходили тоже это. Мы смотрели на тех музыкантов, которые там за границей, да, как они себя ведут. Мы автоматом перенимали это поведение, на нас смотрели и тоже. Вот, и тоже было какое-то такое не совсем здоровое, но веселое в определенном смысле соревнование, которое... Конечно, если не остановиться, то можно было бы закончить плохо. Вот. И многие знакомые уходили, да, к сожалению. Вот. Главное увидеть. Но ведь... Сейчас я знаю, что это не модно даже. То есть вот современные группы, наверное, так себя не ведут. Это тоже, это все пошло из 70-х, вот, из хиппизма, наверное, оттуда. Постепенно трансформируясь там, в другие там, музыкальные направления, но увлечения были одни. Сейчас немножко другое время. И... Во-первых, это очень дорого. А сейчас еще дороже. Да. Да, но смотрите, все равно хотелось бы все-таки эту тему как-то развить. Просто сказать себе, друг, хватит, здоровый образ жизни. Этого мало. Это, ну, организм не слушается, организм хочет другого. Вы видели наверняка людей, которые, ну, так же, как вы, какой-то момент остановились. Особенности, знаете, организма, все же люди разные, организмы у всех разные, да, и кто-то больше подвержен вот этой вот пагубной затее, там, нарко- или алкозависимость тоже на всех действует по-разному. Кто-то легко отказывается, вот, а кто-то не может, кто-то отказывается, потом возвращает. То есть сколько людей, столько и путей получается. То есть в моем случае, ну, как-то вот я все-таки сумел переломить давно. Давно, там, в начале 90-х, я сказал себе «стоп». И получилось. Не сразу, но получилось. Я, насколько знаю, вы сказали «стоп» и не только алкоголю. Вы, если я, если у меня правильная информация, вы вегетарианец. Да, это одно из моих самых больших достижений, которыми я прям вот горжусь, ну, для себя. Года 4 назад я стал вегетарианцем. Сложно? Нет, я долго к этому шел сам, вот, я очень многое не понимал. Я не понимал, зачем мы это вообще делаем, зачем мы это употребляем. Вот. Но мне нужен был какой-то толчок, какая-то подсказка, может, какой-то совет. Даже не совет, а мне нужно было самому. Я человек, который мне лучше самому разобраться, я не слушаю страны. И не хватало какой-то одной капли, я уже практически созрел этой каплей, был замечательный фильм «Земляне». Страшный и тяжелый фильм, вот, который, посмотрев даже не до конца его, потому что его сложно осилить весь, вот, и все, я отказался. И вздохнул с облегчением. Вот, и я не понимаю, почему раньше я это не сделал. Хотя я разбираюсь, конечно, это очень сложная тема. Многие сейчас становятся вегетарианцами благодаря интернету, потому что наконец-то появилась информация о том, что это такое. На самом деле, вот. Никогда телевидение не будет об этом говорить, потому что все прекрасно понимают, что это бизнес, вот. Такой жестокий, кровавый бизнес. И я считаю, что мясоедство – это одно из величайших заблуждений человечества вообще. То есть изначально, на мой взгляд, человек не был, он был собирателем, и не нужно было никого убивать, чтобы выжить. То есть когда-то очень давно, наверное, не одну тысячу лет назад что-то случилось с людьми. Вот. Я пытаюсь разбираться в этой теме и нахожу какие-то подтверждения к своему удивлению и удовольствию. Вот. Оказывается, не один я в этом разбираюсь. То есть почему мы стали такими? Самый страшный наркотик – это мясоедство, и мы подсели на него давно. Вот. А информация объективная. Никто... Я прекрасно понимаю так, что в одно мгновение сделать всех вегетарианцами не удастся. То есть мы слишком далеко зашли. Вот. И более того, многие воспримут это как агрессию, и будет просто война. И большой скандал. Вот. Вегетарианство – это эволюционный процесс на сегодня, и больше индивидуальный, наверное. Каждый должен приходить к этому сам, рано или поздно. Вегетарианцами не рождаются пока. И
Кто-то раньше приходит, кто-то позже. Но опять же, я говорю, мысли меня эти посещали 20 лет назад. 20 лет назад, больше 20 лет назад я вдруг перестал ловить рыбу, хотя я был заядлый рыбак, вот, просто фанатичный. И вдруг у меня как отсекло, я не мог больше делать вот это с живыми существами. То есть я даже где-то комплексовал от своего этого внезапного решения, думаю, ну как же, все же вокруг ловят, и нормально, я не могу это больше делать. Вот. И даже самое, вот о мясе я задумался очень много раз возникали именно такие вот моменты. Ну, не буду долго рассказывать. На самом деле, нет, тема действительно интересна, потому что, ведь, смотрите, человек даже рождается вегетарианцем. Мне просто такие случаи... Он рождается вегетарианцем, да, и описывает один и тот же опыт-эксперимент, который, наверное, никто не проводил, но, в принципе, можно легко провести. Дайте ребенку курицу и игрушку. Вот, он будет играть из курицы. Он не оторвет голову курицы, чтобы запихать ее к себе и съесть ее. Ни один ребенок это не сделает. Вот, это делают родители, ну, не прямо, да, на глазах ребенка будут готовить ему еду. Вот, есть целый процесс. И это одно из самых больших заблуждений человечества. Ну, вот удивительно, просто я в основном нахожусь в среде тех людей, для которых вегетарианство является не просто естественным, а по-другому в принципе быть не может. Мне повезло. Но когда я встречаюсь с постами про вегетарианство в соцсетях, комментарии на 99%, ну, мягко скажем так, содержат: «А как можно по-другому? Неужели можно жить без мяса?» И люди пишут, убеждают себя. То есть, и вот читаешь один за другим комментарий. Один говорит: мясо надо есть. Второй говорит: да, конечно, надо мясо есть. Третий говорит: да, без мяса вообще нельзя. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Ну, это заблуждение, я повторяюсь. Это заблуждение, которое уже настолько оно на генетическом уровне. Не одну тысячу лет люди это делают. И хорошо, что в соцсетях стало подниматься эта тема. Помимо фильма «Земляне» есть просто любительские ролики с мясобойни. Вот. Тоже это же ужасно. Есть совершенно потрясающий ролик. Стадо коров, которые ведут на мясобойне, и вдруг это совершенно понурые животные, и вдруг в какой-то момент открывают загон и их отпускают. И эти коровы, вот эти вот многокилограммовые коровы, они начинают скакать, как маленькие телята. То есть они по всему полю скачут, там только ромашки не собирают. То есть даже животные чувствуют, конечно, безусловно, насколько это страшно. Я в середине 90-х тоже вот был такой момент и повод задуматься. Мы ехали, у нас был большой гастрольный тур, и нас автобус остановился где-то, надо было пообедать, было время обеда, и нас привезли на вот такой вот комбинат мясоубойный. Вот, я не смог выйти из автобуса, это был приблизительно 96-97 год, то есть коллеги ушли, там столовая, то есть, ну, обычное дело, я не смог выйти, потому что у меня вот эта энергетика, как мне казалось, смерти, она просто придавила, то есть я сидел в автобусе, и я явно ощущал вот эту вот нездоровую энергетику, атмосферу, опять же, я не мог объяснить, почему, потому что неоткуда было взять информацию. Мы должны есть мясо. Вот. Сложная тема, очень сложная. И очень часто, да, натыкаешься на агрессию, на такую войну, вегетарианство, не вегетарианство. Здесь нужно тоже очень деликатно себя вести. Например, став вегетарианцем, я никогда не буду упрекать своих там коллег или кто еще не отказался от этого. У меня знакомые в моей среде практически все, так сказать, продолжают это делать. Я никогда не буду их упрекать. Потому что... Какой путь вы выбираете вот на этой поле деятельности? Потому что все равно мысли ведь возникают. Ну, я считаю, что там, может быть, одного моего примера достаточно. Я не буду приставать к человеку, то есть перестань есть... Я просто знаю такие случаи, и в семьях возникают конфликты. Если вдруг ребенок становится вегетарианцем, он начинает обвинять своих родителей, что вот у вас в холодильнике тут лежит куча трупов. Вот, и вообще, что вы делаете? И в семье возникает конфликт, потому что родители не готовы
они не понимают, что из-за чего такая агрессия у человека. Это неправильный путь, я считаю. Вот тот же фильм «Земляне», да, он без всякой агрессии он сделал вегетарианцами там сотни, тысячи людей. Это, я считаю, это гениальный ход просто. Какие-то другие должны быть пути, более гибкие. Потому что если ставить вопрос ребром, ничего кроме агрессии взамен в основном мы не получим. Вот я слышал на радиостанции, там в машине едешь, просто вот поднимается тема вегетарианства. И сами дикторы и ведущие, они говорят, да кто они такие вообще? Там, они... Я ел там, и он наоборот еще больше себя накручивает. Там, я ел и буду есть это мясо. Все, то есть, значит, неправильно сделал, неправильно проведена работа, мне кажется, так. Вот это эволюционный процесс. Здесь есть один очень важный момент. Вегетарианство, как и невегетарианство, это атрибуты свободы выбора. Да. Каждый из нас волен выбирать, и этот мир такой. Вот удивительно, что он такой на самом деле, да? Вот казалось бы, почему бы не сделать так? Совершил плохой поступок, тут же на тебе по башке. И тогда бы наш мир превратился в такой рай на земле. Я не знаю, почему так не случается. Вообще зло, оно всегда будет наказано. Может быть, не сразу, может быть, не в этой жизни. Но опять же, я сам пытаюсь просто размышлять. В реинкарнацию верите? Если, то есть, ты сегодня человек, а завтра будешь там родишься черепахой. Родишься баобабом? Нет. Нет, 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 нет. Ну, здесь... По крайней мере, в то, что человек, душа проживает несколько жизней. Близка вам такая идея? Без смерти души я не сомневаюсь. На сегодняшний момент уже нет. То есть размышлял об этом долго. То есть тут без вопросов. А переселение ее, ну, не знаю, тут это очень сложная тема, и мне сложно представить вот именно такое ее перемещение. Есть. Интересная теория, она меня заинтересовала. Петр Успенский есть такой мыслитель, философ, по-моему, прошлого, позапрошлого веков. Я просто увлекался в свое время его книгами и вычитал там вот эту вот теорию развития души. Опять же, это не его теория, он просто ее повторил. Вот человек умирает и рождается одновременно, вот, и проживает ту же самую жизнь. Вот, и может жить ее бесконечно долго. Именно этот сценарий с теми моментами ключевыми, которые ведут его либо по нисходящей, либо по восходящей, либо до бесконечности по прямой. Вот один и тот же сценарий. То есть я просто подумал, и мне она очень понравилась тем, что у жизни появляется смысл. Вот, то есть развитие происходит либо вверх, вот, либо вниз. Вот самое страшное, что может случиться, это смерть души. Вот, если уже совсем неисправимо вот, человек косячит, вот, и он выбывает вообще из игры, скажем так. Вот. И самое печальное – это без изменений до конца. То есть никаких движений вообще нет. То есть, вот такая вот теория. Можно это мне же верить? Матрица такая, очень матрица, жесткая, да. Матрица. Ну, мне она показалась очень интересной. А что вот потом? А что потом? То есть вот, ну хорошо, человек вот живет, вот какое-то количество времени он там по наклонной двигался, потом вдруг что-то произошло, стал поровнее себя вести, потом начал развиваться, да? Ну, вопрос большой, что такое развитие? Потому что, опять же, это тоже такая, в этой области тоже очень много свободы выбора. Один понимает под развитием одно, другой другое. Кто-то там сидит, медитирует, считает, что это развитие. Кто-то читает книги, считает, что это развитие. А что потом? Вот он, вот у него вертикально вверх по уровню развития. А дальше? Ну, смысл жизни человека как такового, но опять же каждый определяет сам, и сколько людей, столько и смыслов. Я их тоже прекрасно знаю. У кого-то смысл там есть, у кого-то воевать, у кого-то там творить. И сколько людей, столько и смыслов на самом деле. Вот, но один-единственный правильный, мне кажется, это все-таки просветление, какое-то становление души и путь к свету, на мой взгляд. Вот, мы просто не все про это знаем, вот, и не сразу. Рано или поздно к этому придем. И вот один из путей, как раз вот по восходящей, это именно тот путь. И ни в коем случае не вниз, конечно. Вот очень сложная тема.
чем больше живу, тем больше вопросов. Да, я, если позволите, поделюсь таким своим маленьким опытом в этой области. На настоящий момент я убежден, что вот в какой-то момент, когда мы начинаем себе вот такого вот рода вопросы задавать, в нашей жизни должен появиться духовный учитель. Потому что мы своим умом можем рассуждать сколько угодно много, но нужно найти того человека, который действительно стоит на этом пути, который достиг определенных вершин на этом пути, и двигаться за его советами. Ну, возможно, да, да. Если есть такое желание, я думаю, это может осуществиться. То есть как такового духовного учителя у меня нет, вот, так сказать, в физическом образе. Вот. Но какие-то подсказки, да, в тех же книгах. Вот я не так много читаю в последнее время. Вот. Но встретил замечательного книги замечательного писателя нашего современника Владимира Мегре. Вот. С удовольствием прочитал почти все, а там немного, там всего 8 книг. Вот это... Появилось желание свой гектар купить? Приобрести, взять как... Нет, 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 этот вопрос для меня спорный, и я не думаю, что гектар вот именно мне нужен, тем более, ну, есть у нас какое-то количество земли, и, по сути, мы и без книг занимаемся там тем же самым. Вот. Просто очень много таких вот простых, понятных истин, о которых вроде даже думать сам, ну, сложно, да, ну, вроде, ну, как же, это же неправильно, нет, вот, вот. Все рядом. Вот. Без фанатизма я к этому отношусь, да, но очень много подсказок, очень много интересного я в них нашел. Спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. Очень приятно было вас видеть. С новой стороны, вот честно скажу, я когда готовился к программе, смотрел ваше интервью, читал ваше интервью, с новой стороны вы открылись. Сегодня за что вам огромное спасибо. Спасибо. Спасибо вам. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Уважаемые зрители, спасибо вам, что смотрите наш канал, и мы приглашаем вас. Заходите к нам на сайт balanstv.ru. Там всегда есть наши программы в записи, и эту программу тоже вы можете найти там. И послать ссылку на эту программу вашим друзьям. Рассказывайте о том, какие темы мы затрагиваем в наших интервью, обсуждайте их и давайте будем увеличивать количество добра в мире. Всего доброго, до свидания. Телекомпания «Баланс ТВ» и мультипортал «Рузов.ру» представляют. Уникальный интернет-проект «Тысячелетие». Приключенческий роман на документальной основе «В поисках бессмертия». Два друга отправляются в Гималаи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималаи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте. В поисках бессмертия.ру